Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», в студии Мария Журавлева. В Казани прошла встреча ректора Казанского университета Ильшата Гафурова с академиком Российской академии наук Виталием Наумкиным. На встрече также присутствовал директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрудинов и профессор Института международных отношений КФУ Айдар Хабудинов. Виталий Наумкин приехал в Казань для участия в заседаниях международного дискуссионного клуба «Валдай». Все подробности далее. В Казани с 20 по 21 мая проходят заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», или, как его часто называют, «Валдайский форум». В рамках форума проходит Центральноазиатская конференция на тему «Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира. Совместный путь в будущее». Много гостей на мероприятие приехало из центральноазиатских государств и из Афганистана в том числе. Одним из спикеров мероприятия стал Виталий Наумкин. Интерес аудитории, которая будет присутствовать на этом мероприятии, к докладам, к освещению, в печати, в СМИ. Насколько я знаю, интерес этот велик, большой. Он показывает сегодня роль Татарстана в развитии отношений вот на этом треке, не только внешнеполитическом, но и научном, образовательном, политическом. Очень много учится, я знаю, в КФУ студентов и бакалавров, и магистрантов, и аспирантов из государств Центральной Азии. Это тоже очень важно. Поэтому для нас, для всей России, для Татарстана не безразлично, как дальше будут развиваться центральноазиатские государства. На форуме Виталий Наумкин выступит с темой безопасности в центральноазиатских странах. Одним из пунктов его выступления – предстоящий вывод американских войск в сентябре из Афганистана и как это скажется на Центральной Азии и в конечном счете на благополучии нашей страны. На вопрос по поводу рисков участия российских войск в событиях Афганистана ответил весьма конкретно и определенно. Во-первых, пока никаких оснований для того, чтобы туда кого-то посылать, нет пока еще. Во-вторых, я думаю, что мы уже посылали один раз, и больше мы посылать не будем. У нас есть, у нашей власти есть четкое понимание того, что в Афганистан туда лезть не нужно. Напомним, что в Казани Центральноазиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет 20-21 мая. Энджи Минибаева, Универ Ньюс.